Итак, дорогие друзья, сегодня 24 января, и нам посчастливилось присутствовать вот на одной из замечательных выставок в городе Новгороде, улица Кабера-Власевская, 22, вход с торца. Ну, если вы запутаетесь, ничего страшного, милая девушка с соседней двери вам радостно укажет, куда продолжить путь. И вы знаете, первый раз за последнее время нам не хочется отсюда уходить. Почему? Во-первых, выставка очень объемная, и каждая картина, каждая привлекает свое внимание по-своему. И вот не хочется бежать. Знаете, как бывает, приходишь на выставку и прям вот ноги, говоришь, ой, вот надо, все, хочу уйти. А вот именно здесь мы уже ходим полтора часа. Все возвращаемся обратно, как будто что-то не досмотрели, как будто что-то пропустили. Мы возвращаемся и вновь смотрим, рассматриваем. Короче, круто. Что я вам скажу? Мы же люди эмоциональные, поэтому, конечно, вот делимся своими эмоциями. Что в наше время именно это и важно. Вот, например, обратите внимание на красивые, яркие цвета картины. Это московская живопись, поэтому она вот прям душу греет. Просто видно, что настроение у художницы было очень замечательное. Все краски теплые, очень красивые. Мастерство, конечно, налицо. Я говорю, именно энергия. Нам просто не отойти. Просто не отойти. Я говорю, каждая хороша по-своему. Чистота цвета, опять же, да, вот у всех свой стиль, свое направление. А тут именно вот чистота цвета. Да, картинные коллекции. Новый выставочный проект. Да, с огромной радостью делимся с вами информацией, потому что такое нельзя пропустить. Просто нельзя. Так как выставка здесь, она, как я поняла, она все время. Просто она, может быть, обновляется, что-то добавляют мастера. А так, тут есть что посмотреть. Просто рекомендую. Да, говорить здесь можно долго о каждой картине. Техники разные, вот что привлекает внимание. Именно разные техники. Да. Красота. Просто красота. Даже не хочется уже продолжать репортаж наш маленький. Даже хочется помолчать. Просто проникнуться атмосферой, гармонией, цветовых решений.